Dobrý večer, mňa zovúť Jared Smith. Ja z Arizony i sejčas ja živúť v Pesone, v štáte Utah. Ja učus v univerzitete Brigham Younga. Ja učus politologiu i ruský jazyk. Ja igraju v amerikanský nogomet i v basketbol. Ja nemnogo igraju na pianino. I eto vse. Eto moja žena. Jejo zavut Bailey. U mňa jest malinkaja semja. U mňa jest roditeli. U mňa jest mladší brat. Jeho zavut Caleb. I on živjot v Washingtone. U mňa jest mladšaja sestra. I jejo zavut Sara. I ona živjot v Arizone. V Arizone. I eta moja kvartira. Eta eta naš haladilnik. On очень старый, но очень очень хороший. Это, я думаю, у нас есть миксер, и у нас есть тостер. Где наш блендер? Ага. У нас есть блендер. И наша кухня очень аккуратная. И очень старая. Старая. Но очень большая. И я люблю, да, наша кухня большая. О, у нас есть тоже микроволновка. Да. У нас есть стол. Но у нас нет стулья. Да. У меня есть ноутбук. И у нее есть ноутбук. Ее ноутбук крае красивый. Мой ноутбук старый и большой. Да, сейчас я гуляю. Это наша стиральная машина. Она очень хорошая и очень новая. У нас есть диваны. У нас есть большой телевизор.
У нас есть маленький стол. И у нас есть тумбочки и лампы. Да. И у нас есть PlayStation. Это наша комната. Это наша кровать. У нас есть лампы в комнате, но у нас нет тумбочки в комнате. У нас есть старый комод, и у нас есть зеркало, и у нас есть картина. Это ее картина. У меня нет картины. У нас есть окна. И мы любим играть. То игры можно. я люблю играть в американский ногомет. И у нас есть туалет. У нас есть зеркало в туалете. Я люблю нашу квартиру. Она очень старая, но очень большая. И я люблю, да, наша квартира большая. Я думаю, что это все. Я люблю читать книги. У нас есть книги. И я любит я люблю смотреть американское кино. И да, я думаю, что есть. Я думаю, что это все. Думаю. Да. Спасибо. Да. Да, смотрите. Это видео. И большое спасибо. До свидания.